В Родинском районе полным ходом идет ремонт двух муниципальных трасс. Для сельчан это настоящий праздник. Эти дороги еще ни разу не ремонтировали, и в последнее время они стали создавать угрозу для жизни. Ехала на повороте, занесло, там кочка, нет, занесло и слетела в кювет. Хорошо, что хорошо. Как бы ехали, машины вытащили, ребята помогли. Весенний-осенний период, дорога не выездная, раз, даже, говорю, и в магазин не хлеб не завозят, а во-вторых, говорю, больные страдают. Если засуха, для нас это хорошо, как бы, когда нет дождя, а если дождь, значит, есть проблема у главы и у жителей села. Ситуация с плохими дорогами начала меняться к лучшему в прошлом году. Тогда жители села Кочки обратились к властям региона с просьбой отремонтировать дорогу до райцентра «Родина». Из краевого бюджета выделили необходимые средства. В этом году, к примеру, соседи последовали и жители двух других сел – Шаталовка и Ярославцев-Лог. Так, на участке от райцентра до Шаталовки сейчас выравнивают дорогу и засыпают ее щебнем. А до Ярославцева-Лога прокладывают новое асфальтовое полотно. Ремонт уже подходит к концу. – Так что скоро жители Родинского района смогут ездить по дорогам с комфортом.